Был бы бык, а мясо будет. 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 Шла Саша по шоссе, несла сушку на шесте и сосала сушку. Ваша любимая Саша. Вот, видите, немножко напряглись, вот разработали уже речевой ваш аппарат, да, вот губы, язык, рот, вот все теперь разработали, смотрите, и ваши шеи, СС нормально сейчас прошли, потому что вы включились, потому что вы тренировались, да, потому что вы проделали работу на занятиях и домашнюю работу хорошо выполнили. Шла Саша по шоссе, несла сушку на шесте и сосала сушку. А помните, теперь у нас по поводу интонирования, да? Я вам задаю вопрос, вы мне отвечаете. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белая губа была тупа. Где вы услышали вопрос, отвечайте теперь мне. Также скороговорки, но теперь только интонация не вопрос, а ответ. Я задал вопрос. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белая губа была тупа. Да. Не да. Не да. А интонированием отвечаете мне скороговоркой. Давайте. Какому слову я задал вопрос? Тупогубенький бычок. Тупогубенький. Вы боитесь протягивать гласные. Вы боитесь протягивать гласные в слове. Я задал вопрос. Бык тупогуб тупогубенький бычок. Ответ-то должен быть. Бык тупогуб тупогубенький бычок. У быка белая губа была тупа. Вы боитесь сделать ударение, подчеркивание данного слова. Видите, как я прям подчеркнул? Данного слова. Чего вы боитесь-то? Не привыкли? Вот непривычно. Для меня это все новое. Дикость, непривычность. Бык тупогуб тупогубенький. Бычок у быка белая губа была тупа. Вы даже услышать, да, помните про внимательность и наблюдательность? Это глазами. А тут надо услышать. То есть я развиваю тут уже слуховой аппарат. Бык тупогуб тупогубенький. Ну-ка еще раз. Был бы бык, а мясо будет. Был бы бык, а мясо будет. Нет. А мясо будет. А мясо. А вы говорите, а мясо будет. А я задал вопрос к мясу. Был бы бык, а мясо будет. Да. Ну, отвечайте на вопрос. Был бы бык, а мясо будет. Это я вопрос задал, вам нужно отвечать. Нет. Шла Саша по шоссе и сосала Вот. Остальные упражнения на следующее тогда. Давайте сейчас подытожим. Давай. Поболтаем 5 минут, 5-10 минут.